Здравствуйте, это канал Максимадзе, и ровно 20 лет назад, 20 июня 2003 года, вышла легендарная игра под названием Neighbors from Hell, или же на нашем российском «Как достать соседа». Сегодня легендарной игрушке исполняется 20 лет, и в честь этого я начинаю проводить марафон под названием «20-летие соседа». Короче, будем перепроходить все версии этой игры. Начнем с оригинальной, которая вышла, конечно же, первой самой. Также второго пройдем, вторую часть. Консольную перепройдем версию. DS-ку тоже хочу пройти. Ремастер. И также планирую все эти версии также еще постримить. Я планировал сегодня еще провести стрим в честь этого, на котором тоже буду перепроходить первую часть и другие тоже. Но сегодня вечером дела у меня, поэтому я не смогу сегодня, но я обязательно стрим все равно проведу в ближайшее время. Может даже завтра. Посмотрим. Ну а сегодня я буду просто перепроходить оригинальную игру. Так, короче, что у нас по настройкам? Ограничение по времени пусть будет. Я считаю себя опытным игроком. И давайте... Ах, да, надо сбросить прогресс. Удаляем прогресс. Это не моды, это обычный «Как достать соседа». Самый-самый обычный. Короче, давайте проходить с наслаждением, так сказать. Сейчас, кстати, у меня никого дома нету. Я сейчас один, поэтому я могу без проблем эмоции свои большие выплескивать, так сказать. Первые шаги. Поначалу всегда тяжело. Если вы прочитали руководство, потренируйтесь с Вуди, пока не прозвучала команда «Мотор». Научитесь водить Вуди по дому, путешествовать между комнатами и этажами. Советуем пройти это вступление, прежде чем приходить к съемкам. Слушайте совет режиссера, он подскажет о том, что делать. Пилотные серии, то есть обучение у нас сначала идет. Вообще, расскажу историю. Как я познакомился с этой игрой? Я много раз уже рассказывал, но расскажу еще раз. Как-то раз, году в 2011, наверное, я шарился по разным сайтам и играл там во флеш-игры. Да-да, были когда-то флеш-игры. Сейчас, в 2020, их нету, флеш этот закрылся. 31 декабря 2020 года. Ну, на этом уровне даже нету соседа. Просто нас учат, как ходить по дому. И вот один раз я как-то там увидел, наткнулся на видео вот с этой игрой. Оно было на английском языке, и комментатор там, который проходил, тоже был на английском языке. И, короче, я думал, это тоже какая-то флеш-игра, я даже не понял название, я, по-моему, не умел тогда читать на английском. Но, ну и, естественно, я не понял и не нашел. Лишь потом, через некоторое время, в том же 2011, я увидел на ютубе различные прохождения. Или, может, даже, нет, в 2012 даже уже я начал в нее играть. Видел прохождение на ютубчике, смотрел полные прохождения, смотрел. Понял, что игрушка популярная. Я уже даже по видео понял, как в нее играть. Ну и потом пришел домой и как-то попросил своего отца, чтобы он мне ее скачал. Вот я тогда в нее и поиграл. 2012 год был это. 11 лет назад. Давно. Поехали, следующий уровень. Дальше больше. Мы уже немного продвинулись. Если вы свободно управляете Вуди, у вас есть время осмотреться вокруг. Какие предметы есть в игре, где их найти, как построить пакость. Кстати, познакомьтесь с соседом. Попробуйте подстроить ему первую пакость. Видите ли, как он бесится? Что может быть усилее? Вперед. Чтобы не случилось, Вуди нельзя попасться. Также еще до того, как скачал, я поиграл впервые в эту игру, я также узнал на ютубе
что есть вторая часть. Я не помню, от кого я впервые увидел когда седа на ютубе, от какого ютубера я помню. Но зато я помню, у кого я впервые когда седа 2 увидел. МС Сергей Рус проходил. Он тогда, у него тогда еще голос был подростковый. Сейчас он уже взрослый давным-давно. И там он проходил, и там еще товарищ его по имени Андрей комментировал. Как он там себя называет? МС Андрей Рус HD, по-моему, он себя там называл. И я, собственно, и прохождение этой игры полное тоже смотрел у них. Такие вот дела. Через некоторое время после того, как я играл первую часть, я попросил отца, чтобы он мне вторую поставил. Я помню, кстати, какой перевод был у моей версии, как достать соседа первой части, ну и второй тоже. У первой части был перевод от самой компании Jumut на русский язык. Перевод не самый удачный был, там был шрифт обычный, не как в игре. И там было не пилотной серии написано, а введение. Первый уровень назывался «Первая шалость», а не «Первые шаги». А, нет, первая шалость, вот этот уровень назывался «Первая шалость». А этот, по-моему, тоже «Первые шаги» назывался. Этот «Вперед и вверх», а этот «Шаги эксперта», что ли, назывался. И, в общем, но самый популярный перевод — это тот, который сейчас от Буки. Перевод от Буки. Есть еще перевод от Руссобита. Там такой же точно шрифт, но там некоторые эпизоды назывались по-другому. «Первые шаги негодяя», например, назывался первый обучающий эпизод. «Искусство пакости» назывался этот уровень первый. Ну и ладно, в общем, поехали. Третий уровень. Под конец обучения режиссер Джо хочет познакомить вас с тем, что встретится в следующих сериях. Как раз мимо животных, где прятаться, вы узнаете ответы на эти и другие вопросы. Теперь у вас есть все, почти, чтобы как следует отомстить соседушке. Причем при необходимости никогда не помешает разглянуть руководство. Чтобы заставить выходить на зыбочках, щелкайте правой кнопкой мыши. Ну, естественно. Так. А вот и знакомимся мы с животными. Первый — это пес соседа. Официального имени у этого пса нету, но фанаты придумали ему имя Мац. Social Media Life Production, может, даже придумали, они, может, дали его имя. В самой первой модификации на эту игру Вуди возвращается. Его звали там так. Но это не официальное имя, это фанатское имя. Соседа нашего зовут мистер Ротвейлер. Это официальное имя мистер Ротвейлер, но так его полностью уже называют Винсент Ротвейлер. Винсент — это имя, типа. Но Винсент — это тоже фанатская придумка. Так его просто мистер Ротвейлер. Ротвейлер — это официальная фамилия, то есть от разработчиков, от самих. А Винсент — это уже придумали фанаты. Нашего главного героя зовут Вуди. Вуди — это тоже официальное его имя. Естественно. Впрочем, по описаниям уровней и тому, что пишет Джо. Вот, даже он. Это уже понятно. Сделал гадость сердцу радость. Мы начинаем первый сезон. Как мы скоро увидим, наш сосед тот еще тип, и редко застанешь его мирно сидящим в кресле. Исключение только подтверждает правило. Может, он просто затаился и что-то высматривает. Будет это не по душе, придется навестить соседушку. Некоторые пакости в сериях можно пропускать. Ну, мы этого делать не будем. Я, конечно, не пройду все уровни на 100%, я не помню. Я помню, проходил уровни на 100% давно как-то, но сейчас я уже не помню, как все проходить. Поэтому, во всяком случае, я пройду так, чтобы все уровни были пройдены на галочку со звездами. Поехали, первый уровень первого сезона. И представляем, внимание, дом нашего соседа. М-
мысли соседа нашего, вот эти показывают, куда он направится. А мы пока собираем вещи. Пакости на этом уровне 4. И 5 минут нам дается. Да, какая красота. О, какая прелесть. Блин, надо попробовать соседа озвучивать. Вот так-то. Издать яйцо в микроволновку — гениальнейшая идея. О, отлично, у него прилипнут глаза. Самоклеящийся бинокль — это же контактные линзы будущего. Мы вкладываем этот прогресс свой собственный в будущее. Подушку-пердушку на кресло давайте. Это еще что за херня? Я же... Я не понял, это что за херня? Откуда там яйцо было? О, какая прелесть. Че? Блин! Какого хрена? Почему бинокль приклеился ко мне? Блин! Уже второй раз, на что-то я натыкаюсь, блин. А это еще что такое? Кто это сделал? Твою мать, кто это сделал? Ну блин, ну что за неудачи меня постигли, а? Твою мать. Да ё-моё, ну задолбали, уже целый день испортили мне. Кто это, что это, блин? Ой, господи, это прикол, конечно. Такой вот... такие вот дела, короче. Прошли первый уровень, у телеэкрана. Воскресный отдых. Сосед развалился в кресле перед телевизором с непременной бутылкой пива в руке. Время от времени он заставляет себя встать и тащиться к холодильнику за новой бутылкой. Как же Вуди улучшить момент для пакости? Поживем, увидим, решает Вуди и незаметно пробирается в дом. Следите за тем, о чем думает сосед, так вы поймете, куда он направится. Ну, естественно. Я это и так делаю. Если вы были не в курсе. Собака представляет. Кстати, вот эта заставка, где собака представляет, является пародией на какую-то там другую заставку. Я не помню, что это за заставка, но я видел ее. Там какой-то... Там то ли лев, то ли тигр был вместо собаки. По-моему, лев. Так, здесь уже 6 пакостей и также 5 минут. Есть пила. И на этом уровне сосед будет срать. Сосед будет срать. Поэтому мы сразу же забьем унитаз туалетной бумагой. Говно уже все всплыло. Собственно. Так, ну и повторненько сдадим яйцо в микроволновку. Собственно говоря. И, конечно же, блин, опять черный экран и ничего не вижу. Простите, барахлит экран. Отходит проводочек там иногда. Так, подпортил ему телевизор. А вы издеваетесь, опять что ли? Ну, ну что за моей микроволновкой? Что это за фигня? Ох, мне такое кажется, что это не просто так все. Кто-то это, наверное, делает. Да! Кто это сделал, твою мать? Ну, опять, кто закрутил антенну? Ну, это же не я, по-любому, блин. Ох, если увижу, отведает у меня силушки, бактерии. Скидайте-ка пивка глотнуть. Ой, господи. Ой, блин. О, капец какой-то. Не-не-не-не, быстро. Ой, я сейчас... Слава богу. Что? А бумага где? Твою мать, ну что происходит ты со мной, а? Еще и унитаз засрал кто-то. Ну это же не я бумаги так много напихал. Я вообще бумаги, блин, не было.
А тут у нас шкала ярости соседа непосредственно. Да ладно, что опять что ли? Ох, блин. Еще и кресло сломалось, да ё-моё. Сто процентов, собственно. Следующий, а вот следующий уровень я вряд ли уже на 100% пройду. Сюрприз ко дню рождения. У соседа день рождения. Как всегда, он задувает... Как всегда, он празднует его наедине с собой любимым и задувает свечу и желает всего самого наилучшего. Между тем спускается заглянуть в почтовый ящик, а вдруг там пришла открытка или посылка с подарком. Вот бедолага. Разве так справляют дни рождения? Вуди ему решает подкинуть всю парочку сюрпризов тоже. В общем, пакости можно заманить все это туда, куда надо нам. У него друзей нет. Какой отстой, а? Опа, мы давайте сразу зарисуем. Это мамаша соседа. И у нее официального имени нету, но ей да, фанаты также придумали имя Энди. Энди. Здесь она появляется только на портрете, на этом, собственно, всегда. Но вот... когда соседа 2, она уже появляется полноценно. Но до этого мы дойдем еще потом. Я так много рассказываю про игру, как будто вы ничего не знаете про нее. Это кто мне такое подсунул? Как болит палец, надо быстро в ванну кто это сделал? Мою мамашу оскорбляют! Я нападам, кто это сделал? Так, блин. Сдохнет он нафиг вообще. Блин. Ну это же не мое мыло, ну что за напасть, а? И опять туалет засрали. Да блин, ну достали уже меня. Что за злоключение последние дни мне творятся, а? Ой, опять туалет чистить, ну ё-моё. Я он что, сантехник что ли, блин? Ой, надеюсь, заживет быстро. Ох, очень эмоциональный выпуск сегодня будет, я так понимаю. Я давно как-то задумывался о такой идее озвучивать соседа, но... что-то все время забывал это реализовывать. Сейчас самое время, мне кажется. Вот, блин, вот это вот я забыл сделать. Вот это я забыл. Вот это я забыл. Увлекся и забыл совсем. Ну ладно, надеюсь, еще получится пройти уровень на звездочки. Галочка. Ну, галочка-то по-любому. Вот звездочка, что будет. О, спасибо, спасибо. Я очень рад, что вы меня поздравляете. Опять яйцо микроволновки. Ну, откуда это все, блин? Ну вот, день рождения мне еще испортили, скотины вы все, блин! Ненавижу вас нафиг! Кстати, возраста персонажев нам никто не раскрывает. О, 97%, хорошо. Никто нам не раскрывает, но... Вуди, он видно, что довольно-таки молод. Не знаю, есть ли ему 18, да наверняка есть, но непонятно. А вот сосед уже видно, что он не молодой. Средних лет где-то. И, короче говоря, следующий уровень. Уже второй сезон, кстати, открылся. Но мы будем проходить все по порядку. Яблочный пирог. Что может быть лучше яблочного пирога? Думает сосед, ставя очередной ломтик в микроволновку. Ох, пальчики оближешь. Если как следует приспичить, забудешь даже про яблочный пирог. И сосед стремглав мчится в ванну. Вуди остается только лишь ловить момент. Должен же кто-то помешать соседу наслаждаться пирогом. На мокрой плитке так легко посолизнуться, а она есть не только в ванной.
Она есть на кухне, да, я знаю. Это же логично. Действительно, мыло можно положить только на кухне и в ванной. В других комнатах нельзя. Сразу же сделаем здесь пакости. Твою мать, кто это сделал опять? Так, я на днях, наверное, займусь слежкой и посмотрим, кто это делает, блин. Я такое никому в жизни не прощу. О, блин! Ну, откуда здесь мыло взялось, а? Еще вчера такое было, ё-моё. День рождения испортили, мне каждый день так будут портить, что ли, или чё, блин? О, туалет засорили, ну я так и знал, ну как же достали меня все, а? Каждый день одно и то же. Ну кто это делает, блин? Фух, опять бриться надо. Так, так. Что с этим лосьоном, блин? Так, я его на возврат поеду сдавать. Чё за хрень? Твою мать, и опять бриться надо. Потом проверим, что не так с этим. Опять я забыл. Опять я про кухню забыл. Ох, блин. Да, вот это я увлекаюсь, конечно, и забываю про все. И страдания пирог облегчит. Да, надо, короче, так не увлекаться и не забывать про пакости, а то сильно много времени потратим. Этот выпуск по-любому будет больше часа, но постараемся пройти все. О, как вкусно. Сейчас не прилип. И этот нормально сработал. Что за ерунда тут творится, а? Я вообще не понимаю. Ух, надо снова пирога пожрать. И плевать, если я толстею на этом. И опять микро... ну да задолбали, а. Ну ничего, чистить микроволновку я уже научился давно. Гадость какая. Это что, пена для литья? Слышь, придурок! Слышь, придурок! Алло! Слышь меня! Кто это делает? Отлично, 94%. Футбольные баталии нас ждут дальше. Наш сосед ярый футбольный болельщик, за исключением тех случаев, когда мяч попадает в его окно. А ему всего-то хотелось немного расслабиться, поиграть на пианино. После таких переживаний лишь любимая фиалка Сьюзи может успокоить его нервы своим ароматом. Но Вуди вновь выходит на сцену. С помощью пакости можно вынудить соседа мчаться туда, куда нам надо. Это мы уже где-то читали. Причем недавно совсем.
Да, сосед даже растениям имена дает, обалдеть. О, блин, ну что там такое? Опять мяч попал ко мне, что ли? Эй, детишки, вы уже заколебали, блин. Так, ну куда ты, стоп, куда ты... Блин. А, вот кто это делает. Ну-ка, отведай силушки богатырской. Сейчас ты мне за все ответишь, мразь, блин. Ой. Ну ничего, зато мы увидели, что будет, если попасть соседу на глаза. Давайте заново начнем. А, что это было? Эй, детишки, смотрите, куда кидаете, блин. Сделаем вид, как будто это ему первый раз перезапустили. Да ладно, что, опять что ли? Я ж сказал, смотрите, куда кидаете, бля. Я так горло надорву себе когда-нибудь. Так, что дальше? Яйцо в микроволновку опять сдаем. А еще вонючий сыр у нас в холодильнике был. О, блин! Это не тянутый вообще. Откуда они взялись, а? Не, они вообще издеваются, что ли, а? Часы... Да, блин, опять яйцо в микроволновке, блин. Не, заколебали уже. А это что, какой-то другой вообще мяч? Вы надо мной еще и прикалываетесь, что ли? О, блин, я сейчас всех вас поубиваю, нафиг, ой, приду, блин. Получайте. Сколько раз с вами можно разговаривать? Ну задолбали уже кидать мяч мне в окно, блин. Вообще никогда не кидайте. Звони. Можно из шкафа прям звонить, кстати. Алло, алло, алло. Ну блин, ну звонят и молчат. Ну что такое, а? Ну кто это делает, а? Кто это делает? Я уже заколебался за вами подтирать все это дерьмо, блин. О, какая гадость. О, блин. Опять, ну что такое, а? Опять мыло, опять туалет мне засрали. Засрали же, да? Да загоди, что засрали! Достали меня, достали уже! Я что, проклят или что? Банный день, последний уровень первого сезона. И самый, наверное, сложный он в первом сезоне. Чистота залог здоровья, старому вонючке по соседству не терпится, как следует отмокнуть в мыльной пене. Пока наполняется ванна, сосед разглядывает альбом с фотографиями своей обожаемой мамули.
чавкает конфетами и помешивает пудинг. А Вуди уже тут как тут. Чтобы получить больше очков, не давайте сериал штыть между пакостями. Но это не так просто. Я, в принципе, не сильно волнуюсь, сколько очков я наберу. Главное пройти уровень и все пакости. Ну, соберем вещи все для начала. Не будем пока делать пакости, потому что ванны делать слишком много, можно не успеть сделать за раз. Но он сначала мыться не идет, он сначала включает воду. Здесь есть, кстати, две запертые двери, которые ведут в комнаты, которые пока нам недоступны. Блин, я опять говорю те вещи, которые всем понятны. Вообще непонятно, зачем я вообще все это рассказываю. Бумагу я не успею уже подсунуть. Потом это сделаем. Никогда не поздно. И опять мыло. О, опять мыло, блин. О, туалет, слава богу, не засрали. Дайте-ка я помыться. Что? Что за хрень? Блин. Да еб... Полотенце грязное! Как с каких пор оно грязное? Ух, ну ладно, как-то вытерся. Ну, ну что такое? О, твою мать! Кто склеил мне альбом? Теперь он еще и рваный, блин. Теперь шарики. И опять яйцо в микроволновке. Ну что это за трэш происходит со мной, а? Когда это уже прекратится, а? То, что, кстати, пакости повторяются, это не очень прикольно. Благо во второй части, когда седа, это поправили. Да ё-моё! Что у меня с молоком? Чё за фигня получилась? Долбаная, я не буду и такое есть. Весь пудинг мне испортили, блин. Я так долго его готовил, стоял. И опять грязный портрет, а? Кто мою мамашу оскорбляет? Слышь, придурок! Эй, придурок, который это делает! Алло! Слышь меня? Будешь так делать? Прибью нафиг тебя вообще. И засрали мне унитаз. Ну что же это такое? Ну кто это делает? Своего туалета нету, что ли, а? Если нету, не мои проблемы вообще. Я никому не разрешал срать в моем туалете. Только я один могу там срать. Ой, как же меня вы достали, а? Ну кто это делает? Какие хорошие фотографии. Дайте нам тут посажать. Тьфу, какая гадость, что это? Девяносто один процент. Переходим ко второму сезону. Да, гениально. Бешеный успех не покидал вас весь сезон. Вы стали суперзвездой года и завоевали статуэтку золотого соседа. Мы получили ее за то, что все уровни пройдены на галочки и звездочки, что все есть. Если два уровня
были пройдены на галочку, но без звездочек, то мы получаем бронзовую статуэтку. Если больше двух уровней не пройдены на отлично, то не получаем ничего. Если все уровни, кроме одного, пройдены на отлично, тогда получаем серебряную, а за все уровни золотую, соответственно. Переходим ко второму сезону. Искусство требует жертв. К 8 марта наш сынуля решил сделать маменьке незабываемый подарок. Может подарить и фотопортрет ее драгоценного мальчика или картину, высечь старую статую маменьки в полный рост или сматерить для нее вазочку. Размышления соседа сопровождают страшным грохотом. Придется Буди внести свою лепту. Если подкрасться, можно строить пакости прямо под носом у животных. Да, уже во втором сезоне появляются животные. Во втором сезоне это попугай Чили. Короче, второй сезон отличается тем, что в нем открылись две новые комнаты. Это третий этаж, соответственно, спальня и балкон. Проход на третий этаж был открыт. Ну а в третьем сезоне мы получим доступ к подвалу и кабинету, который тоже находится на третьем этаже. Соответственно, в связи с этим уровни начинают становиться сложнее. Но проходить мы худо-бедно обучены. А даже не худо-бедно, а лучше. И вот пакость в этом месте — это одна из моих самых любимых пакостей в этой игре вообще. О, маленький, это точно понравится. О, здорово получается. Пора сфоткаться. Хотя я уже сколько снимков сегодня сделал. Ну-ка, пум-пум-пум. О, отлично. Заранее следим. И делаем с подставкой вот это. О, блин! Интересно, кто кнопки сюда положил? Ну это же точно не я. Что за... Что с моей машиной не то? Почему она так шустрее работать стала? А так такого быть не должно. Освободим голову, нечего. А, блин! Ну вот, вся работа на смарку, блин! Кто это сделал? Дурацкая подставка, я выброшу ее нафиг. Ну хоть микроволновку не засрали, вы уже радуя! Теперь еще и банан мне класть будет. Я что, проклят? Ну что за мной не то, а? Кто это делает? Надо в моем доме, наверное, побольше камер понаставить. Где голубь? Голубь куда делся? Ну блин, ну как я теперь буду картину дорисовывать, а? Моя картина! Нет! А теперь, кстати, на горы больше похоже. Это теперь вылитые горы. Это же лучше, чем голубь. Разве нет? Ну-ка, и... Ай, блин, мои глаза! Что такое? Я что, слишком много засунул, что ли, да? Блин, свинья, аж на микрофон попали. Тварь такая, падла! Ну что такое творится, а? Он даже не... Ну, кстати, не заметил, что Вуди прям у него рядом вылез. Короче... Солнечное утро. Ласковое солнышко так и манит искупаться в его лучах. Едва почистив зубы, сосед устраивается на шезлонге на лоджии. На балконе, точнее. Фиалка Сьюзи вот-вот засохнет от жары, а значит, у Вуди есть чудесная возможность подпортить соседушке кровь. Крем для загара нужен только на ярком солнышке. Собака представляет. Но на самом деле ярким солнышком-то не пахнет. По-моему, тут пасмурно.
и на этом уровне сосед в самом начале идет чистить зубы. Но он не будет повторять это действие, пока мы не подстроим пакости с копьями машины. Так, попугая надо обходить на цыпочках. Нажимаю правую кнопку. Естественно, мы это уже с вами делали в прошлом уровне. Так, здесь что-то есть? Ага, ключ от аптечки. Так, что мне там говорили про крем от загара? Яркое солнышко. Значит, зонтик закрываем. Ключик от аптечки — это очень нужная вещь. О, что-то солнышко стало сильнее, что ли, за крем от загара использовать. А, да, она как раз закрыта, открываем. Так, самое время подменить щеточку. Вот так, фиалочка. Расти, не переставай расти. Во втором сезоне исчезли пакости с микроволновкой, с портретом и с засранием унитаза. И это очень радует. Ну и мыло заменилось на этот банан. Это очень радует, что не на всех уровнях. Нам одно и то же приходится делать. Кофе надо бы отведать. Это утолит мне жар пить. Какая-то гадость! У меня в зубах что-то... О, блин! Откуда здесь банан? Вот и вчера же я был. Кто-то мне его подсовывает. Мои зубы стали еще хуже, чем были сейчас. Это же обувная щетка, откуда она тут взялась? Я не мог так облажаться, это не я подсунул сюда ее. Ну вот, другое дело. Все пакости готовы. Остается только смотреть. О, вот это хороший был кофе. Не то, что был. Не то, что какая-то фигня в зубах застряла. Блин, кепки микрофон задел. Ой, надо полежать на солнышке. О! Опять кнопки! Эй, кто-то подсовывает по-любому. Что, что такое? Что вы на меня налетели, пчелы? Ну, сосед у нас бессмертный, у него все заживает за секунду. Кто-то заходит в дом и все это подстраивает. Надо бы узнавать это дело. Что-то никак не дойдут руки до этого. Ой, попугай, напомни мне поставить на двери большой замок. Нет, моя фиалка! Вот такие вот дела, ребята. Короче, уже третий сезон открылся. Маленькая хрюшка. Сосед обзавелся новым питомцем, очаровательной хрюшкой, которую надо как следует откормить. Свинка сидит в клетке посреди коридора. Попугайчик Чили тоже проголодался и требует чипсов. Попугай ест чипсы, прекрасно. После стольких забот сосед решает прикорнуть. То есть поспать. Скукота, но Вуди решает нести живую нотку.
Чтобы не разбудить спящего, все доходили вокруг него на цыпочках. Ну, это логично, вроде бы, даже. Вполне. Очень логично. Так, этот комод пустой. Впервые я, по-моему, такое, кстати, наблюдаю. Тихо-тихо, а то разбудим соседа своими эмоциями. А нам как раз-таки не нужно этого делать. Так, начнем сверху. Будить животных нельзя, это приманит соседа. Что такое? Что происходит? Чего расшумелся? А ну быстро спать! Кактус кладем в будильник. Такой кроватью да противно даже прятаться. Сосед, видимо, тут ссал. Только не знаю зачем. В консольной версии, которая вышла спустя 2 года, там вместо вот этой санины был матрас. И это было лучше, чем... Это было более логично. Ну, как логично. Логика у всего есть, но просто... Матрас это лучше, чем санина на полу. Ложа йога, блин. Стало у нас. Вроде. Куда он смотрит? У тебя разве часы там есть? О, блин! Что это такое? Опять кнопки, что ли, куда-то положил? Дайте поспать. Так, острый соус сюда. Ни в коем случае не будем соседа, потому что если он проснется от того, что Вуди шагает, он не сработает пакость будильника. Он не потрогает будильник. Надо, чтобы сработал будильник. О, блин! Откуда здесь кактус? О. Ой, жжет как... Блин. О, что такое? Что происходит? Так, острые-приострые чипсы туда кладем. Посмотрим, как на них среагирует попугай. И вот эту фигню туда. А где ключи? Я что, их там, что ли, оставил? Вот так. Так, самое время хрюшку покормить. А вскоре потом взять топор и пожрать шашлыка. О, блин! Опять банан-то откуда-то здесь взялся, блин! Терплю уже. Кто это сделал? Ты тут насрала, блин! Нет, хрюшка, я точно тебя зарублю потом. Будешь знать, как срать у меня в доме, блин. Что это такое? Блин, ну я уже не знаю, как комментировать это. Ну что творится у меня в жизни, а? Я уже сам не знаю, как комментировать. Ребята. Кстати, если обратить внимание, у него какая-то зеленая куртка и кепочка тут есть. Жаль, мы не видели соседа в ней. Ну... Сейчас он покормит его чипсами. На, держи, кушай, не обляпайся. Хорош, гай. О, блин! О, господи, какие острые!
Я бы такие чипсы сам попробовал, если честно. Хотя нет, я острые чипсы пробовал. Может, это они есть. Но не настолько же, чтобы прям погорела башка. Это все как бы показывает нам, насколько они острые. Пикник на балконе. Снова здорово. Толстяк убрел наверх, оставив полный холодильник еды. Угли шипят, сосед поглощает один сочный кусок, мясо за другим. Запивая стаканчиком винца. Вот это пир. Правда, он совсем забыл про Уди, а у того уже пара горячих пакостей на готове. Понятно. Подсказки все эти не нужны, я все знаю. А, клетка осталась, но хрюшки нету. Но откуда-то на кухне взялась свинина. Целая куча свинины размером с того поросенка. Вы, наверное, уже догадались, что случилось с поросенком. Сосед решил отведать его. Пожарить и отведать. Шашлычка из него. Но мы покажем ему, что с братьями нашими меньшими так делать нельзя. Какой вкусный ты у нас был, поросёнок. Это я за тебя выпиваю. Ты чем попугаешь? Что такое? Что случилось? Слышь, что расшумелся опять? Пакости пока рано подстраивать. Ну, огнетушитель пока испортим. Он все равно не воспользуется им, пока мы не подстроим пакости с пивом. С этим. Поражающий штук. Добавим для вкуса. На, отведай-ка. Ну и вроде готово, можно жрать. Кранчик у него тут есть, кстати. Но мы никогда им не воспользуемся. Спирт для растираний в пиво. Подкорму для цветов сюда. Пиво стало таким вот красным. Да, спирт для растираний. В консольной версии мы применили... бензин вместо спирта для растираний. Ой-ой-ой, что, загорелось все? А где тушители? Скорее, тушите! Тушите все! Оп, твою мать! Ну вот, весь шашлык мне изгадили. Кто? Что случилось? Что происходит в этом мире, а? Ой, на, отведай-ка. Ты что делаешь? Получи нафиг. Что случилось? Что с цветком? Почему он так вырос? И цветку конец пришел. О, блин. Опять банан появился. Ну сколько можно уже, а? Сколько бананов? Зачем я покупаю бананы? Потому что они вкусные. Но шкурки появляются везде. Что такое? Опять кнопки? Да блин. Я уже даже не могу ругаться. Я уже просто задолбался. О, ням-ням-ням-ням-ням. И вот это пенистый он кушает. Ну, за тебя просил. Ой, блин, как жоп. Это уксус, что ли?
Ну задолбали уже меня, вообще. Так, второй сезон завершен, и мы снова получаем статуэтку золотого соседа. Остался третий сезон, самый сложный. Большая стирка. Кстати, была с 2001 по 2004 год такая передача, Большая стирка, которая переименовалась потом в 5 вечеров, а потом Пусть говорят, которая и сейчас идет по ТВ вроде как. Сосед затеял большую стирку, надо перестирать все грязное белье и отдраить полы. После стирки белье надо высушить и выгладить. Зная Вуди, сразу ясно, что у соседушки прибавится забот. Пес разлается, если заметит Вуди. Короче, в этом сезоне открылись подвал и кабинет. Вместо попугая теперь на уровнях будет появляться пес. Ну а попугай, похоже, ушел на вечный покой, судя по голове в кабинете его. Сосед повесил ее как трофей. А, и башку хрюшки тоже повесил как трофей. Живодер какой, а? На него надо заявление написать. За жесток. Вуди у нас снимается в сериале. И заявляет. Это, считайте, мое официальное заявление. Правоохранительные органы. Я прошу возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». И по окончании съемок всего этого сериала пригласи сюда наряд полиции, чтобы данного гражданина задержали, составили протокол. Хотя нет, зачем? Тогда же сериал закончится на этом-то. Не, нам нельзя такого допускать. Не, лучше делать такого не будет. В подвале много чего интересного у нас имеется. Вот так сделаем. Ну и электрического тока не помешает нам. У соседа все три волосины дыбом встанут. Но у него не три, больше немного, но тем не менее. Стиральный порошок я забыл взять. Пока он будет там в подвале заниматься делами, у нас полно времени на то, чтобы построить пакости здесь. Ну, во всяком случае, я на это надеюсь. Ну, давайте немножко время задержим. Хватит лаять! Чё разлаялся тут? Никого нет! Пора опять все стирать. Блин! Хотя нет, он не смог бы сказать, блин, в таком положении. А это кто сделал? Это не я. И вновь он наступил в лужу в эту, ничего ему от этого не стало. Да, ну стало все красным. Блин, что происходит? Что с моей машинкой не то? Ладно, хоть что-то вроде бы выстиралось, пора посушить. Ёп! Это что сейчас было? У меня и сушилка, что ли, сломалась? Кто это все делает? Выходите, черти, всех вас поубиваю. Ух ты, нифига себе, откуда такая грязь взялась? И блин, не успел, надо было раньше. Что произошло? Пылесос взорвался еще. Надо было чуть-чуть раньше приманить, теперь на 100% не пройдем. Ай, ладно, не страшно. Я знаю, как это проходить на 100%.
так страшно. О, блин! Шарики! Откуда здесь шарики? Какие черти это делают, а? Так, птичий корм мы можем применить только, когда сосед развешивает белье. Так, сделаем. Ну зашибись, я скоро стану психом. Моим трусам хана, блин. Ну я так не ставил утюг, я никогда так утюг не ставлю. Ну кто это сделал? Черти, пожар хотите устроить в моем доме, что ли, или что? Куда полетело? Ну что творится, а? Все, на что не наткнусь, везде какая-то тырында день есть, а? Ну замечательно, еще и тут все обосрали, а? Неужели срать негде больше было, а? Так, утренняя гимнастика. У Владимира Высоцкого, кстати, была такая песня, она мне, кстати, очень нравится. С каждым днем брюхо соседа все жирнее и толще, пора заняться гимнастикой. Он перепробовал все от штанги до йоги и батута, чтобы согнать жир с тучного брюшка. Но не видать ему тишины и спокойствия, ведь Вуди успевает, там идут. Вуди придется поспешить, чтобы все успеть. Ну, конечно. Я знаю, как эту туру не проходили на 100%, и предыдущий я тоже знал, просто слишком поздно разбудил пса. Так, что у нас здесь? Лента и ролик. С роликом можно кое-что очень интересное замутить. Пружинка. Вот для батута в самый раз будет. Так, ну, многие вещи взяли. Теперь ждем возможности подняться наверх. Так, велотренажерчик. Ух, прям чувствую прогресс. Так, начнем. Ой, как вкусно. Книга для завязывания узлов. 1001 узел. Любой йог позавидует тому, как соседушка завяжется узлом. Это уж точно. А, не то, точно не то. Так, это сделали. А, тут сгодится что-то повеселее. Это точно, да. Ты прав, дружок. Тут пригодится что-то повеселее. Вроде этого ролика. Это сюда. Что за... Уйди от меня! Это что, таблетки для усиления роста, что ли? Мой дом призраками охвачен. Надо скоро, наверное, переезжать отсюда.
И вот это тоже классная бага. Что-то это не та какая-то книга. Это не йога. Чего ты, блин, я не ту книжку взял. Ой, балбес, я старый, конечно, еще тот. Ладно, пойду облегчить мне страдания. Аж кирпичи выпали. Ну, замечательно. Откуда здесь взялась пружина? Я вроде не собирался бы тут усиливать здесь. Ну вот, сломался. Опять сломалось все. Что у меня постоянно все ломается, блин. Так, блин, знаете что, я завтра, наверное, приступлю ремонтировать все в этом доме, чтобы все работало идеально. Это одна из самых лучших фактов, кстати. Откуда ролик взялся на кухне, а? Блин, вы сами от моего озвучивания не устали еще? Я вот что-то подустал. Опять шарики кто-то рассыпал. Ну ё-моё. Господи. О, я уже больше часа трачу по-любому. Очень-очень долго. Вот это, вот это тоже прикольно. А чё так туго, блин, с лентой, а? Надо затянуть потуже, чтобы... опять оголенный провод в луже торчит, а? Ну кто это делает? Не надо очки, наверное, купить, чтобы все это видеть, да? Не попадаться на все эти фигни. Ну-ка. О, ну-ка. Раз, два. Твою. О, ну вот, и еще и штанга сломалась. Ну капец. Что за проклятие в моей жизни, а? Ну ладно, может скакалка хотя бы не сломается. И скакалка, что-то тоже не то. Прецед, как дела? Прошли этот уровень на 100%. И следующий уровень называется Мастер Ломастер. Наш сосед настоящий дока по части инструментов. По крайней мере, он сам так считает. Он считает себя мастером на все руки. Завернуть болт здесь, просверлить дырку там, вмиг прочистить раковину и починить отопление. Не так-то это оказывается просто. Надвигается настоящая катастрофа. Нет сомнений, Вуди примет в ней живейшее участие. Ах, блин. Сегодня опять мало спал. И это не прикольно. Ой, как все сложно. Да, я потом соберу. А, тут протечку устраним. А мы ее организуем вновь. Заново. Всего-то тряпочку снять. Здорово получается. У соседа вечно что-то ломается. И он решил начать все чинить в доме. А мы этого не допустим.
коробочка. В ней есть книжечка другая. Книга о пытках. Книга под названием «От гильотины до электрического стула. Просто сказка на ночь». Жесть. Зачем сосед такое хранит у себя? Еще и обложка там такая кровавая, если внимательно посмотреть. Начнем. А что у него это за книга? Сосед хочет собрать кресло-качалку, но он слишком туп, чтобы разобраться в инструкции. Давайте подложим ему что-нибудь то, в чем он точно разберется. Вроде бы здорово получается. Ну ладно, надо воду, наверное, открыть, а то руки помыть не сможем. Так, ну с этим легко все достаточно. Эта штука убивает маленьких зверюшек, да не хуже ружья, да может даже и лучше. Нету. Ну и фиг с ним. Жаль, я не успею сделать эти пакости, но ну и ладно, не страшно. Короче, залезем в шкаф. То, что я собрать хотел. Это на электрический стул похоже. Ну его на вообще. Это же книга о пытках. Что она вообще здесь делает? Твою мать! Ну ё-моё. Все ломается, все кругом ломается. Ну-ка быстро чини. Ну на самом деле действительно мастер на все руки. Он за секунду починил все. Делаем вот так. Отключим соседа сначала. Я просто немного сейчас не рассчитал тут. Почему горячее такое? Надо выключать срочно, быстро. Я же вроде выключал. Разве нет? И опять его там током, короче, бьет. Я уже устал это комментировать повторно. И шарит, как он поскользился там опять. Она шевелится, значит, не есть вода. Так, ну-ка, почини. Я разве не перекрывал воду, а? Сейчас потом будет, надо быстро выключать воду. Так.
Так, ждем, пока он вытащит пробку. Вытащит он ее, чтобы починить люстру. Сейчас мы вставим пробку назад. И тогда для него будет слишком опасно чинить эту люстру. Кто порвал веревочки на лестнице, а? Я не ту пробку вытащил, что ли? Меня черти окружают. Блин, я уже не могу, у меня словарный запас заканчивается для того, как соседа я звучу. И последний уровень — сезон охоты. Наш сосед — заядлый охотничек. Стены увешаны охотничьими трофеями, а в шкафу пылятся медали за зверское обращение с животными. А как могут вообще за это давать медали? Сосед, конечно, ими очень гордится, но он до блеска чистит кубки, попыхивает трубкой и слушает старые охотничьи песни. Эх, былые времена. Интересно, как он запоет, когда будет сам откроет на него охоту. Посвистите в свисток, и пес залает. Отличный способ отвлечь соседа. Действительно. Без свистка нам тут действительно не обойтись будет. Но... Наконец-то финальный уровень. Не знаю, сколько времени этот выпуск займет. Очень долго придется ждать, пока видео отмонтируется еще, наверное. И загрузится на YouTube. Тоже придется ждать немало времени. Здесь ничего нету. Так. Вот крысу мы еще ни разу ему не подкладывали. Вот это будет, наверное, самая жесть. И гвоздем можно много чего замутить. Клей берем. Он какую-то странную музыку, конечно, слушает. А, стоп, нам здесь нельзя находиться, он же вниз сейчас пойдет. Ладно, хватит, закрывай. Пора пострелять немножко. Ну как пострелять? Прицел проверить. Эти патроны можно вставить в ружье, и тогда она будет заряженная. Но все мы знаем, что можно еще вставить помимо этого пробки, дабы сделать пакость более эпичной. Чтобы ружье не просто выстрелило, а было уничтожено. Но это не обязательно. Можно и без пробок. Тогда анимация будет другой. Тогда он просто стрельнет. В любом случае пакость все равно будет засчитана. Так что вот я не знаю, что бы нам проверить. Вставлять пробки или не вставлять. Черную ваксу применим на эту полироль. Посмотрим-ка, насколько шикарные у него будут после этого эти кубки.
Ну вот, теперь кубки грязные стали. О, а вот теперь другое дело. Ладно, не буду вставлять пробки. Посмотрим, как сосед просто выстрелит из ружья без них. Это все равно эпично будет. Хоть так, хоть так. Но чаще всего пробки вставляют. А теперь нужно применить свисток. Дело в том, что применить порох и гвоздь мы сможем только тогда, когда сосед откроет свой этот граммофон и табакерку достанет свой. Оставшиеся пакости остались тут. Так, выбираем пластиночку. Пора закурить хорошенькую музычку. Ну и чё он не играет? Гвоздик откуда-то тут взялся. А, пофигу, без музыки обойдемся. Да что происходит? Почему все взрывается и ломается, а? О боже, как я от этого всего устал. Надо будет в ближайшее время забронировать круиз и отдохнуть от всего этого. Где-нибудь в другом месте. Может, там меня не будут все эти черти преследовать. Странные. Это мы уже 100 раз видели, даже не будем присматривать. Крысу в медали. Это сюда. Оно что, заряжено что ли было? Как хорошо, что не отрикошетил мне в лицо. Сосед так как упал после выстрела. Наверное, он о технике безопасности забыл. О, вот это я молодец. Шикарно. А вот медальки были. О, крыса! А? Моя шляпа. Что за черти творятся у меня? Сколько я уже сказал слово черти? Ой, господи, как я встал. Надо в Китай куда-нибудь направиться отдохнуть. Что за заключения творятся? Надо отдыхать, ехать. А продолжение вы увидите в «Когда соседа 2», собственно. Как раз таки там на отдыхе. Что? Ай, блин. На этом игра «Когда соседа» закончена. Выпуск получился очень эмоциональный. И очень-очень долгий, но зато мы прошли игру. Ну что ж, завершен первый выпуск марафона в честь 20-летия «Когда соседа». И мы в следующий раз будем проходить «Когда соседа 2». Не обещаю, что завтра, я хочу еще один мод на Хэллоуинбор просто снять. Ну а на сегодня давайте закончим. С вас и Господь Иисус, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, поддерживайте ВКонтакте. И всем пока.